Официальный Баку выступает за активизацию субстантивных переговоров в направлении регулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом говорится в информации пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства по итогам прошедшей во вторник встречи в онлайн-режиме между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедьяровым и Заграбом Нацаканяном. Цитата. «Азербайджан требует интенсификации переговоров, так как не существует другого пути для выхода из ситуации, с которой сталкивается регион. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ изучают возможности продвижения переговорного процесса, исключающих введение военных действий», подчеркивается в сообщении. МИД отмечает, что прошедшие 21 апреля переговоры в режиме видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ продолжились более полутора часов. Стороны обсудили происходящие в регионе процессы, в том числе влияние на ситуацию в регионе пандемии COVID-19. Участники встречи рассмотрели дальнейшие шаги урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с принятым 30 января в Женеве совместным заявлением. Было отмечено, что в связи с распространившейся коронавирусной инфекцией отложено проведение ранее запланированных гуманитарных мероприятий, а также предусмотренные встречи министров и визитов сопредседателей в регион. Одновременно была подчеркнута необходимость продолжения соответствующей работы в этом направлении. Была отмечена также важность соблюдения режима прекращения огня и отказа от провокаций в условиях всемирного кризиса. Цитата. «Позиция Азербайджана по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту остается неизменной и основывается на урегулировании конфликта с соблюдением норм и принципов международного права, отраженных в Уставе ООН и Хельсинском итоговом акте ОБСЕ, и на реализации соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Стороны пришли к согласию поддержать контакты друг с другом и продолжить как можно скорее переговорный процесс», сказано в сообщении МИД Азербайджана.